За свою недолгую историю, которая насчитывает 5 лет, пинская школа «Данс» успела полюбиться многим юношам и девушкам, которые ее посещают. Здесь открыты классы для молодежи разного возраста, так что заниматься здесь могут как совсем маленькие дети, так и те, кто постарше. Очень много стилей, много направлений. Есть отдельно именно, что касается гимнастики. Естественно, дети, приобретя какие-то навыки, выезжают на конкурсы, на фестивали. Воспитанники и участники пинской школы «Данс» регулярно участвуют во многих городских праздниках и фестивалях. Кроме этого, дети самого разного возраста выезжают для участия в различных международных конкурсах. Один из них, который стал особенно успешным, это международный фестиваль по современным танцам «Бизон», проходивший в Минске, откуда участники пинской школы «Данс» вернулись с победой, завоевав кубок. Этот успех еще больше сплотил мальчишек, девчонок, хореографов, и они полны желания повторить достижения прошлого года. Сейчас участники школы танцев работают над новой постановкой, которую представят на конкурсе в этом году, в начале ноября. Очень много стран, очень много. Я смотрела Великобритания, Испания, там неимоверно классное жюри. То есть даже вот само участие, сама атмосфера заряжает такой энергией и желанием дальше работать, как-то расти творчески. Работа над выступлением началась уже с сентября. В постановке будут участвовать ребята разных возрастных групп. Полностью свою пластическую композицию руководители школы не показывают, держат в секрете. Удастся ли им повторить успех прошлого года, покажет время. И сам международный фестиваль по современным танцам «Бизон-2016».